Ну вот, чтобы не ходили эти разные самые слухи, Ульфат Мансурович болеет действительно. У него была пневмония, сейчас диагностировали ковид. И болеет он довольно тяжело, довольно высокий процент поражения легких. Но проходит лечение, и, соответственно, мы ждем выздоровления его и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович, он не только мэр, это мой очень близкий товарищ, поэтому я у него на прошлой неделе у него был, лечение проходит. Но, подчеркиваю, довольно сложное заболевание, многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что непросто уже все-таки и возраст не такой уж молодой. Поэтому еще раз говорю, что будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. Вот. Ну а то, что Уфа, она работает, мы готовимся к зиме, мы завершаем все программы, которые должны были завершить, поэтому все в рабочем режиме идет.